17 декабря Омское региональное отделение российских студенческих отрядов организовало новогоднее катание в Ледовом дворце имени Вячеслава Фетисова. Праздничная программа стартовала с раскатки и подведения итогов трудового семестра. Омский областной студенческий отряд празднует Новый год. Вот в преддверии этого прекрасного праздника организовали такое шикарное мероприятие для всех бойцов студенческих отрядов. Стараемся поддерживать такие добрые традиции в виде катаний. Традиционно мы всегда ходили на каток, но это обычно было что-то открытое, но приняли решение, что это все-таки прохладно слишком сейчас. Торжественная часть началась с награждения лучших бойцов региональных отрядов. Им вручили почетные грамоты РСО и благодарственные письма Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области. Затем были объявлены лучшие отряды по направлениям деятельности. Победители получили вымпел и брендированную гитару. Появляется новогоднее настроение, возможность пообщаться со своими знакомыми. Если не со знакомыми, то познакомиться с кем-то, увидеть много эмоций, улыбок. Мы работали на атомном объекте в компании «Титан-2». Первым быть, конечно, всегда приятно, но за этим вымпелом стоят бессонные ночи, стоит плодотворный труд. Это мероприятие направлено на сплочение бойцов, потому что здесь собрались ребята со всех направлений. И это мероприятие проходит всего один раз в год, когда мы в такой атмосфере встречаемся. Я очень рада, что получила эту награду. Пришло время дефиле. Ребята представили танцевальные зарисовки на льду, а после приняли участие в веселых стартах.